Куда она пошла? Стояла здесь вот справа. Я шла, автобус фотографирую, видео снимаю красный. И она увидела, что я это снимаю. Она думала, что ее снимаю, что ли. Посмотрите. Ну. И пошла. Она думала, что я ее буду снимать. И поперлась. Ужас, ужас. Это вот так под машину попасть. Да хорошо, что еще адекватные водители и спокойно едут перед поворотом. Но пошла. Носится с этими торбами вот каждый день. Не каждый день я ее вижу. Ну вот так вот она носится, вот ходит. Я не знаю, где она живет, без понятия. Вот сейчас будет смотреть на меня. Ворчит что-то. Вот. Сейчас пойдет туда, через дорогу, наверное. Наверное, там в посадке живет, что ли, я не понимаю. Ничего себе, погнал. Вот пошла опять через дорогу. Ну. Смотрите, что творит. Боже мой, боже мой. Вот, видите, что она делает? Вот что она делает? Вот так и ходит туда. Туда-сюда, туда-сюда. Перешла. Там возле моста тоже сидит. Не знаю, там она или вещи свои стирает в бычке. Все, хоть нормально, более-менее. Ну вот она пошла туда, наверное, в лес. А, встала, встала. С торбами своими. Все, ладно. Берегите себя и будьте здоровы.